So first of all, that the hospital of the city has been upgraded in some part. So for the people of Kriveli, situation become better. And the second part, that finally we are trying to work together with administration. And this is our first result of our cooperation. Закончился проект по созданию нового лор-центра и центра челюстно-лицевой хирургии в Тысячке. Какие-то проекты делаются за деньги городского бюджета. В этом проекте нашим партнером выступила компания ArcelorMittal. Я думаю, что еще в течение месяца примерно будут проходить тендерные процедуры по поводу закупки мебели, по поводу закупки нового очень серьезного оборудования. Но до конца года этот проект будет закончен, и жители города смогут здесь уже лечиться. В центр входит два структурных отделения. Это получится мультидисциплинарная команда, которая работает фактически над одинаковыми протоколами хирургической помощи. Это отоларинголог, он перед вами, и это челюстно-лицевой хирург. Они оперируют на одной области. Есть необходимость в мультидисциплинарной команде, потому что очень часто заболевания лор-органов проявляются симптомами со стороны других органов и систем. И часто нам приходится помощи просить нейрохирургов, неврологов, травматологов, торакальных хирургов. В этой больнице у нас есть возможность сразу на одном операционном столе решить множество задач у одного пациента.